Специалист дирекции благоустройства Иван на проверку выехал на Ниве «Шевроле». Видимо, бывают случаи, когда подрядчики настолько забывают прибрать дорогу, что на легковушке не проедешь. Сфотографировал он плохо почищенную Комсомольскую, а потом и Чистопрудненскую. Проезжая часть на всю ширину почищена. Иван выехал на заявку от жителей Чистых прудов. Снегопад сегодня заставил понервничать кировчан. И, судя по всему, у кого-то терпение лопнуло, и повод для этого явно был. Здесь мы видим то, что у нас край проезжей части не очищен, то есть прибордюрная часть не очищена. Фотографируем в обе стороны. Также видим, что у нас здесь тротуар не чищенный. Несмотря на нарушения, представитель подрядчика заявил, что к снегопаду они были готовы. Работы начали аж в 3 утра. Начались сегодня в 3 утра. КДМки у нас были уже к этому времени загружены и стояли на линии. Начали с обработки магистральных улиц. Перешли к 5-6 утра к обработке уже второстепенных. Выставили три колонны по очистке проезжих частей. Это именно в городе. И одну колонну загородную часть. Это на автодорогу Киров-Русская. Но такой подготовки оказалось мало. Глава администрации, мягко говоря, попросил дорожников вывести всю технику на уборку улиц и тротуаров. Подрядчик в итоге удвоил количество техники. Если оперативно не отрабатывают, ну тогда принимаем кардинальные меры, выписываем предписание, штрафуем подрядную организацию. Штрафы – это один из способов стимуляции прибираться качественно. Еще один метод от чиновников – это оценки. Почти как в школе, только подрядчик не остается на второй год, а просто не получает деньги за неприбранный участок. После этого выезда мы выставляем оценки по факту. Неочищенный тротуар, оценка снижается, то есть оплата в месяц у подрядной организации становится меньше. В итоге в чате по содержанию дорог только за утро появилось более 400 фотографий. Все эти нарушения придется устранить дорожникам. После снегопада у них будет 8 часов на уборку всего города. По данным синоптиков, осадки продлятся еще 2 дня. Михаил Вагин, информационный канал «Город». We'll be right back.
Их одевают люди, горожане, да, у нас, помню, вначале еще как-то стеснялись к ним подходить, писали дети, например, ВКонтакте, можно ли кикимори одеть браслетик. Вот, естественно, мы разрешаем, если есть потребность в заботе, в украшении, пожалуйста, пусть делают так.